Ваше Величество, позвольте познакомить вас с своими друзьями. Кот. Король. Собака. Король. Петух. Король. Третья премьера нового сезона. Спектакль о любви, свободе и музыке. Зрителю наверняка придется по вкусу неожиданные образы персонажей. Гениальный сыщик, пользующийся современными технологиями айфото и имеющий зрение крупной хищной птицы семейства соколиных. А вот и принцесса в кимоно и с черным поясом. Живая музыка, у нас все артисты играют на музыкальных инструментах и поют вживую. Это вот изюминка нашего спектакля. Мы специально не делали акцента на декорации, ну, на какие-то механические украшения, а постарались простроить это все на артистах и на музыке. Не только музыка покоряет сердце зрителя. Здесь хореография, пластика и, конечно же, юмор. Вооруженные острыми ножами. Их было 145. 158. Вот я и говорю, 250, а мы одни. А где была стража? А стража катапультировалась! Бременские музыканты ждут зрителей с 5 лет, но и взрослым будет на что посмотреть, обещает режиссер. История, когда родители очень часто приходят на спектакли детские, заводят ребятишек в зрительный зал и сидят в фойе, потому что им, ну, неинтересно. Я почему-то предполагаю, что и фокус-группа показала, что это будет интересно и ребятишкам, и взрослым. То есть это для семейного просмотра. Над спектаклем работали режиссер и хореограф из Москвы, художник из Санкт-Петербурга. А сама постановка бременских музыкантов стала возможной благодаря поддержке проекта «Театры малых городов». Должен продолжать творить, писать новые песни, устраивать новые концерты, а не сидеть здесь на полном обеспечении моего отца. Принцесса, ты всего должен добиться сам. Что же будет дальше? Сможет ли разбойник подобрать пароль к сердцу принцессы? И чем закончится история? Премьера состоится 25 и 26 октября в культурно-деловом центре, но билетов уже нет. Успевайте забронировать следующие даты. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.